Встречайте нашу героиню, певица, финалистка проекта «Голос» Маргарита Пазаян. Маргарита Пазаян, певица, под руководством Димы Билана дошла до финала проекта «Голос». Выигранные деньги мечтает потратить на запись собственного альбома. Посмотрим, как далеко она готова зайти ради своей цели. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Спасибо. Сколько хотите выиграть денег? Вы знаете, сколько получится сегодня? Хочу, конечно, максимальную сумму. А знаете, какая максимальная? А, не знаю. Не знаете? Миллион, наверное. Если бы. Сколько? Берите больше. Больше? Кидайте дальше. Два? Три. Три? Да. Отличная цифра. У вас есть шанс. Будем стараться. Представьте свою группу поддержки, пожалуйста, Маргарита. Это мой дедуля, Вагуш Семенович. Здравствуйте. Моя прекрасная мама, Елена. Очень приятно. Не менее прекрасная сестра Екатерина. Мой четвероюродный дядя. Николай. Ну, вы знаете, как у нас это, очень близкие родственники. Его супруга Ольга. Они помогут вам выиграть 3 миллиона. Я надеюсь, вы готовы мне помогать? Да, готовы. Да. Отлично. С тобой. Маргарита, итак, впереди первая игра на 10 тысяч рублей. Куб, покажи нам игру. Контроль времени. Маргарита, ваша задача – нажать на кнопку, а через 10 секунд нажать на нее повторно. Если ваш результат будет между 9,5 и 10,5 секундами, вы победили. В противном случае вы потеряете одну жизнь. Елена, скажите, пожалуйста. Вы верите в свою дочь? Был случай такой. Она должна была идти в первый класс. Там был такой тест. Значит, они должны были почувствовать отрезок времени в минуту. Сначала они прочувствовали, потом, значит, включили по новой. Им сказали, значит, как только вы почувствуете, что прошла минута, вы должны подняться. Уже детки поднимаются, моя сидит. Я думаю, что просто она не поняла, в чем смысл теста этого. В результате мой ребенок остается один. Я уже смеюсь просто, я уже даже не обращаю внимания. И в результате она встает, самая последняя, спокойно. И когда учитель, значит, оглашает результаты теста, самая близкая по точности была Маргарита Пазаян. 59,9. Одна секунда. С точностью одна секунда. Не оглашать. Ну, послушайте, идеальное чувство времени получается у Маргариты Пазаян. Было в детстве, если ничего не изменилось, то тоже. Понимаете, да. Ну, только все же способности только развиваются с годами, Маргарита. Хорошо бы, если так. Хорошо бы, если так. Прошу в куб, он вас ждет. Должна отключиться полностью от всех звуков, от шумов, музыки, все что угодно, все, что ты будешь слышать, ты не должна это слышать. И нас не видишь. Ты думаешь, только концентрируешься на подсчете секунд. Считала же когда-то секунды. Раз, но 10 и секунд два, никогда и... не засекал. Агуш Семенович, хотите что-то пожелать? Да какие советы можно давать? Она же сама лучше знает это. То есть это ж моложе. Надо верить в себя просто. Конечно. Да? Что я уже волнуюсь. Если вы готовы, то игра сейчас идет на 10 тысяч рублей. У вас 9 жизней, и это первая попытка. Когда будете готовы, нажимайте кнопку сами. Как вы думаете, Маргарита, вы справились с этим заданием? Ну, я смотрю на реакцию моих родных, видимо, нет. Ничего, все нормально будет. Лагуш Семенович, как вы считаете? Больше получилось, по-моему. Больше? Да. Давайте посмотрим результат. Куб, покажи нам результат. Результат.
осталось 8 жизней. Прародитель, как вы оказались правы, действительно. Я думаю, не надо отвлекаться, надо собраться, сконцентрироваться. Я считаю, как парашютисты. 101, 102, 103. Не 101, 102, а 111, 112. Или 121, 122, 123. Ой, нет, 121, 102. Это почему? Уже больше будет секунды. Нет, мне кажется, нет. Начинай со 121. Со 121. Так да? Далее. Только не забудь, где остановиться и нажать. 110. Ой, мне кажется, лучше со мной. Нет, нет, она так не высчитает 10 секунд. Конечно. Нет, лучше от 1 до 10. От 1 до 10. На 131 остановишься. Начнешь 121, 131 нажмешь. Не увлечься? Поделим и уедем. Опять. А почему поделим? Это технические вопросы нашей семьи. Вы поделитесь. Ну правильно, все в семью. Маргарита, вот когда я вас представлял, уважаемая аудитория, я назвал вас финалисткой проекта «Голос». Надо как-то собраться и... проявить волю к победе? Да. У вас 8 жизней, вы играете на 10 тысяч рублей, и у вас есть вторая попытка. Если вы готовы, начинайте. Не нервничайте. Я сама нервничаю. Сейчас мы узнаем ваш результат. Вам показалось, что вы слишком рано нажали на кнопку. А почему вы это сделали? Сглупила, рано нажала. Ну что же, давайте спросим у Куба. Куб, покажи нам результат Маргариты, пожалуйста. О, что ты делаешь? Осталось 7 жизней. Риточка, давай. Соберись, дочь. Рин, тебе надо считать от одного. Это точно. Посчитай так, как ты умеешь. И больше раньше не нажимай. Считай, как надо. 10 секунд, 10 тысяч рублей, 7 жизней и Маргарита Позаян. Когда будете готовы, нажимайте на кнопку. От 9 до 10 вот сейчас попала в этот промежуток. Да, мне кажется, получилось. Такая уверенность у вас? Есть. Я уверена. А, да? Вы думаете, что да? Знаете, такое ощущение, когда даже считаешь, вот когда чем ближе к этому времени, как будто бы ускоряешься немножко. Вот я прям не могу это объяснить. Ух, ощущения такие вообще. Ну что ж, давайте узнаем правильный ответ. Куб, покажи нам результат Маргариты. Жизней. У меня сейчас такое ощущение, что это невозможно вообще. Богуш Семенович, а как вы считаете? Вот поделитесь с нами, с Маргаритой, поделитесь вашим счетом. Ну, я 110, 112. А, вот так вы считаете? Да, от 110 начинаю. Значит, Маргарита, внемлите совету прародителя и попробуйте вот так считать. Внимание, можете начинать. Раньше. Раньше. Конечно, я чуть-чуть не додержала, да? Да, 8 с лишним сейчас. 110, 111, 112, 113. 7 секунд. Почему у нас с вами сходится? Да. Абсолютно, очень рано. 7 секунд. Все. Маргарита, да не, подождите, еще рано. Куб, покажи нам результат. Осталось 5 жизней. Я не знаю, что сделать. Подышать надо. Вот сейчас мы вам поможем основательно, и я надеюсь, что после этого вы точно вспомните, что такое 10 секунд. Кто из вас сейчас может засечь время и просчитать?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сейчас точно абсолютно. Запомнили? Давайте по-быстренькому, пока вы помните. Угу. Хорошо? Сами нажимайте. Опять чуть раньше, да? Ну, мне кажется, 9 с копеечкой. Даже он показывает. Вагуш Семенович, какой сейчас результат? 9 секунд. 8. 9. Нет. Ну что ж, давайте узнаем правильный ответ. Куб, покажи нам результат Маргариты. Ого. Ну вот. Самый ранний вообще результат. Осталось 4 жизни. Рит, ну не волнуйся, все хорошо. Мы тебя поддерживаем. Давай, соберись. Маргарита, соберитесь. Вы можете это сделать. Вы сможете. Ощущение, что не сможете. А какая помощь есть, Куба? Может быть, помощь? Хотите помощь, Куба? Маргарита, у вас осталось 4 жизни. 4 ну, жизни. Давайте. Помощь. Хотите помощь, Куба? Да, Куб, пожалуйста, помоги. Упрощение. Теперь вы должны попасть в интервал от 9 до 11 секунд. Главное, попадите. Попадите в этот интервал с 9 до 11. Это очень важно. У вас осталось 4 жизни, вы играете на 10 тысяч рублей. Маргарита, если вы готовы, начинайте игру. Не знаю, как Куб, но нам кажется, что мы попали. А давай тогда его не попали будем спрашивать. Попали в Куб. Вот. Как вам самой кажется, Маргарита, на этот раз? Вроде до 10 ровно досчитала. Ну что, мы не будем томить ожиданиями, наверное, Маргариту. Может, он наконец-то не будет меня поджаривать на огне? Покажи нам результат Маргариты Пазаян. Отличный результат! Вы выиграли 10 тысяч рублей. Здесь дышится легче. Ой, спасибо. Лучше? Да, надо с самого начала на вас смотреть, какая поддержка для меня была. Итак, Маргарита, вы выиграли 10 тысяч рублей. Слава Богу. И у вас осталось... Еще неплохо. 4 жизни. Можно дойти до финала с ней вполне. Да? Ну, смотри, какие будут задания. Итак, следующая игра на 50 тысяч рублей. Ставки растут. Куб, покажи игру. Интуиция. Маргарита, ваша задача, стоя спиной к контейнеру, забросить в него мяч. Промах или заступ за пределы обозначенной зоны будут стоить вам одной жизни. Проверим ваше шестое чувство. Ну что ж, Маргарита, сейчас вам как раз и понадобятся ваши навыки спортивной юности. В баскетбол играли? Да, в школе. А через себя перебрасывали мяч? Ну, когда пас отдавали? Ну, наверняка. Ну, просто не помню, чтобы я в корзину... Сбивала их. Вот у каждого человека есть сильные и слабые стороны. Это ваша сильная сторона? Ну, я не могу сказать, что это то, что я умею в жизни лучше всего делать. Но, видимо... А что вы лучше всего умеете делать в жизни? Ну, петь, наверное. Иначе бы я, наверное, пошла бы в другую область. Спойте нам что-нибудь. Все-таки провоцируйте, спите. А как? Ну, если это у вас хорошо получается, зачем же держать в себе? The scars of
of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it проекта «Голос» и почти финалистка проекта «Кукла» Маргарита Позаян. Спасибо большое. Мне вот кажется, что за такое исполнение «Куб» просто сразу вам обязан отдать эти 3 миллиона. Я тоже так считаю. Прошу в «Куб», Маргарита. Группа поддержки. Хотите что-то пожелать? Удачи. Ты молодец. Мы в вас верим, Маргарита. Пожелала вам группа поддержки. Начинать? Да. Дочка, ты перебросила, ты поняла? Да-да-да, я поняла, я далеко, надо выше, высоко. Да, ты как бы его так... Ты просто ускорение ему прям придавала, так сразу за головой он прямо у тебя полетел. Ну, да. То есть по диагонали такой не было, как бы, да, дуги. А вы уже поняли, что вам мешает в основном? Я знаю, что сейчас начинается игра. Все, у меня вот что-то такое происходит. Волнение. Я не могу себя контролировать. Вы волнуетесь? Да, очень. Значит, надо избавиться от этого лишнего волнения, да? Да. Что для этого нужно сделать? Не знаю, для меня прям каждый раз как последний. Я волнуюсь. Вы хотите заработать 50 тысяч рублей или нет? Да, конечно. Хотите? Ну так делайте. Чуть-чуть раньше, да? Перед ним, да. Мне кажется, немножко перекинуть, чуть-чуть сильнее. Не так страшно, как не докинуть, потому что там от угла да скотч просто упадет. Да не надо, может быть, нет. Может, не докинуть, он вообще не долетит тогда. Маргарита, мы не будем вас больше отвлекать. Если вы готовы, начинайте игру. Помогли вам навыки баскетболиста? Представляете, я же 100 лет не играла. Пока вы выиграли только 50 тысяч. Тяжело они мне дались. Остановится Маргарита на достигнутом или продолжит игру, мы узнаем сразу после рекламы. Снова игра «Куб», и у нас в гостях Маргарита Позаян. Впереди у вас третья игра на 100 тысяч рублей. «Куб», покажи игру. Свободное падение. Маргарита, перед вами прозрачный цилиндр, внутри которого контейнер с водой.
Задача – встать на ступеньку и бросить шарик так, чтобы он попал в контейнер. Маргарита, ну вот вы посмотрели задание. И что вы скажете? Сложное, легкое. Пойдете дальше, возьмете 100 тысяч. Даже дело не в деньгах, а в том, чтобы все испробовать. Вы готовы идти дальше? Да, идемте. Проходите, пункт. Обратной дороги нет, Маргарита, у вас две жизни. Как настроение? Беспомощное теперь уже. По центру держи. Окружность как верхнюю и центр определи, выбери, да, определи центр. Центр верхней окружности. И не шевели рукой, как бы отпускаешь просто мячик туда спокойно. Если шар так вот шарик... Вот так вот непонятно, только если рассчитывать на центр вот этой непосредственно. Рассчитывай на центр. Если шарик тяжелый, он в свободном падении, то он прямо для нас ты ровно держишь. Если он тяжелый, если он легкий, конечно, будут влиять другие факторы. Руки трясут. Боковой ветер там, да? Да, трение воздуха. Значит, Маргарита, как только вы будете готовы, вы нам об этом скажите. Я готова или я начинаю, хорошо? Хорошо. Ой, он прилип ко мне. Вот то и дело, аккуратно двумя пальцами. Подуйте, кажется, на пальцы, надо... ну, что-нибудь сделать, чтобы он отлип. Надо... Можно? Можно. Одна жизнь. Ты видела, в какую сторону он упал? Туда. Вперед. А, вперед, от да? тебя. Мне кажется, много пальцев не нужно применять, потому что ты когда отпускаешь, ты не можешь равномерно в доли секунды все пальцы отпустить. Да, надо минимум пальцев и держаться за самый краешек шарика, чтобы его было легко отпустить. Группа поддержки, по одному напутственному слову от вас. Удачи. Ваша, Екатерина. Ритуль, ты молодец, ты справишься. Даже с одной попыткой. Елена? Не волнуйся. Ну и удачи. Агуш Семенович? Удачи. Начали удачу, закончили удачу. Удачи, Маргарита. Участник потерпел поражение. Эх, только шарики маленькие. Видимо, все-таки с большими у меня лучшие отношения. Ну, вам понравилось испытать себя вообще? Да, мне понравилось. Было бы еще больше жизни, я здесь у вас ночевала бы. И играла бы, и тренировалась. Ну, может быть, мы еще встретимся? Я с удовольствием. И мы с удовольствием. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Удачи. Спасибо. Всего доброго. Маргарита.